Вітаю вас, шановні наші. Ми працюємо для вас у прямому ефірі, і в цьому самому ефірі розмова на тему. І говоритимемо сьогодні про діяльність чудового товариства Грузинського національно-культурного товариства «Іберія». І сьогодні нашими гостями є представники «Іберії». І дуже рада вам представити, по-перше, звичайно, жінку, член товариства Ірина Михайлівна Крихелі, дуже відома миколаївська майстриня, і голова товариства Сергій Георгійович Лабарткава. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть сегодня, тем более, что эти дни необычные для грузинского общества, дни яркие, дни особенные, когда вы выступаете инициаторами, креативными людьми и ответственными за праздничные, красивые культурные события в городе. Но об этом чуточку позже. Я бы хотела, поскольку, Сергей Георгиевич, что скрывать, не такой уж частый гость нашей студии, как хотелось бы, и расскажите, пожалуйста, чем вот этот период, пока мы с вами были в разлуке, скажем, эфирной, чем выжило общество, что происходило за этот период, чем готовы похвастаться? В первую очередь, позвольте мне от имени правления и всего Национально-культурного общества Грузинского Иберия приветствовать всех наших прекрасных телезрителей, прекрасных жителей легендарного города Николаева. И в первую очередь, позвольте мне, буквально 3 дня нас отделяет от великого праздника, праздника Победы, и поздравить всех хочу с этим праздником, 70-летием со Дня Победы. Особенно большая благодарность тем ветеранам, которые ценой своей жизни спасли нам жизнь и принесли нам эту победу. В честь этого большого праздника буквально 9 числа проходил фестиваль грузинской, не только грузинской, а кухин всех, как сказать, ну, блюд национальных меньшинств. Под руководством областного совета национальных меньшинств на площади перед Домом молодежи был проведен этот большой фестиваль, где поздравили ветеранов 70-летием со Дня Победы в Великой Отечественной войне, и всегда были преподнесены всем подарки, цветы, и была дегустация всех кухонь, не только грузинской, но очень много всех наших общественных организаций. Что касается Грузинского национально-культурного общества, то я хочу сказать, что Грузинское национально-культурное общество «Иберия» существует уже более 23-24 лет, создано в городе Николаеве. На последнем собрании, где-то в 2010 году, был переизбран, я был избран председателем, и в связи с тем, что у нас покойная Пиргулия Терри, знаменитая женщина, ну, она ушла в иной, прошу прощения. Я хочу сказать, что мы принимаем во всех культурных мероприятиях области и города, участвуем во всех фестивалях, проводимых как со стороны города, так и со стороны области, и принимаем все культурные. Но вы знаете, что в первую очередь задача – это сохранение, возрождение и, как сказать, всех наших традиций, культуры, истории, духовности, тем более, что мы все православные народы, и мы живем в дружной семье среди наших прекрасных жителей Украины в городе Николаеве. Красиво вы начали с поздравления 9 мая, знаете, с Днем Победы. Вы так вот, скажем, немножечко так косвенно, наверное, еще раз подтвердили то, что 9 мая – это праздник очень многих наций, да, очень многих народов. И сейчас никакая народность, никакой народ не имеет права утверждать, что эта победа была одного народа, какой-то одной национальности. Поскольку очень многие люди, несмотря на принадлежность к культуре, к религии, к нации, они защищали эту землю, они боролись за справедливость, и они уничтожали агрессора. Поэтому это действительно международный глобальный праздник, и очень приятно, что на территории Николаева это отразилось очень хорошо, что и азербайджанцы, и грузины, и очень-очень многие люди, украинцы, россияне, все, кто живут здесь, они одинаково, с удовольствием, одновременно это все праздновали и
стараюсь угодить и порадовать людей, которые принимали в этом участие. Это огромное дело, и вот моя личная благодарность за то, что вы еще вот так вот немножко телесно порадовали этих людей, да, вкусно предложили им вкусно покушать, посидеть, отдохнуть. И для них это большой праздник, и для нас это действительно наблюдать, это удовольствие, и вот со слезами на глазах вот тот момент, да, когда мы понимаем, что эти люди пережили, особенно сейчас, в наше время. Я хочу, если можно, да, подсказать или чуть-чуть маленько сделать, что первый удар от фашизма получила Украина и Белоруссия. В этой Великой Отечественной войне грузины 780 тысяч были призваны в армию. Погибли более 350 человек. И на примере одного героя Советского Союза от Николаева буквально Херсонской области Галусташвили, который воевал, стал героем Советского Союза, ну и затем, конечно, в горе уже скончался он и там это. Так что нас объединяет эта трагедия и эта победа. Героями действительно становились, да, люди разных, представители разных культур, да, но все они защищали, да, одни и те же интересы. Это действительно, это то, чему стоит учиться и то, о чем стоит напоминать. Это действительно очень важно. Вот такой вот интересный факт я о вас узнала. Я хочу, чтобы зрители, которые еще не знали, тоже об этом узнали. Вы являетесь почетным гражданином города Поти. Вот такой вот интересный факт. Мне интересно, как стоят почетными гражданами города, да, вот, и как вы считаете, какие еще из представителей грузинской диаспоры, ну, по вашему мнению, можно вот их вот в качестве примера привести вот нашему новому молодому поколению? Ну, я хотел бы сказать, что действительно я, проживая в Грузии, закончил школу, закончил техникум, работал на заводе, потом поступил сюда, в Николаевский градостроительный институт, это в 67 году, и принимал большое активное участие в общественной жизни, как и комсомольской, так и партийной и так далее. Ну, а уже сам, не ожидая, когда я работал в Батуми уже на должности начальника управления, то меня избрали почетным гражданином города Поти. Конечно, я горжусь, это самая большая награда для меня. Но я хочу отметить, что в нашем обществе очень много грузин, которые сегодня проживают в городе Николаеве, проживают и проживали. И действительно, что можно гордиться, что они действительно грузины, что они выходцы из нашей большой грузинской семьи. Это в первую очередь бывший директор Николаев хлеба Анзор Ишханели, наверное, все его знают. Это сегодня покойный, я прошу прощения, извиняюсь, бывший почетный гражданин города Николаева Нодарич Антурия, бывший директор завода «Океан». Это Лев Карели, инженер-строитель, под чутким руководством которого по проекту два моста через реку Буг был построен. Это и бывший, я уже отмечал, бывший председатель нашего общества Этери Пельгуй. Сегодня мы гордимся мастером народного творчества нашей Ириной Михайловной. Сегодня мы гордимся такими, как Эхвая Валерий Ильич. И очень много-много таких, которые стоят рядом с нами и которые действительно держат марку, держат наш флаг Грузии, проживая в городе Николаеве. И вот плавно переходя от вот такой вот гордости, да, да, вот, людьми, гордости вот таким потенциалом, потому что действительно, когда человека признают, по моему мнению, признают почетным гражданином того или иного города, значит, этот человек сделал, оставил свой след, и неважно, жив он, не жив уже, как вы говорите, да, бывший, наверное, бывших не бывает почетных бывших граждан, бывает, потому, да, что люди оставляют свой след, и этот след остается навсегда. Мы вот переходим вот к еще одним таким событиям, которыми вы обязательно будете гордиться. Это вот праздники, которые вот будут приурочены ко дням грузинской культуры в Николаеве. Что будет происходить, что ждать николаевцам, куда обязательно прийти, поглядеть, кого они смогут увидеть и что же ощутить обязательно? Я, как уже говорил, немножко повторюсь, что наши Грузинское национальное культурное общество «Иберия» принимает во всех культурных и общественных мероприятиях города и области. Мы ежегодно участвуем в фестивале «Дружбы народов», проводимом в городе Николаеве. И ежегодно мы проводим Дни грузинской культуры, посвященные Дню независимости Грузии. В этом году 24-я годовщина 26 мая независимости Грузии. И мы проводим комплекс мероприятий. Комплекс этих мероприятий
как сказать, дни грузинской культуры, программе дней грузинской культуры у нас мероприятия, связанные творческие, как сказать, встречи в школах с молодежью, со студентами, беседы, рассказываем о нашей культуре, о наших традициях, о нашей истории, о той толерантности, дружбе, которую грузинский народ проводит. И в этом году мы буквально завтра у нас встреча в 22-й школе со старшеклассниками, где мы будем показывать фотовыставку «Грузия глазами украинских фоторепортеров» или «Грузия в Украине». Будет наша Ирина Михайловна, уважаемая, показывать свое творчество. Вот. И такие встречи будут у нас. И мы 17 мая у нас будет проходить гала-концерт, или как можно сказать, посвященный в рамках Дней грузинской культуры в областном дворце культуры судостроителей. В 16:00 мы на этот концерт приглашаем молодежный ансамбль Сакартвело из города Одессы, который полностью включает всю свою программу. И здесь только от наших представителей, наши ребята на русском, на грузинском языке, молодежь наша, тоже будут включены в эту программу. Так что мы приглашаем всех жителей города Николаева на этот большой прекрасный концерт, еще раз повторюсь, который состоится 17 утра в 16:00 в областном дворце культуры судостроителей. И рядом же тут же будет проходить распродажа блюд грузинской культуры. А. Да, так что сразу просим, и для тела, и для души, да. Отрада и услада, и глаз, и уст. Ну, на самом деле, да, и самое приятное, что такие праздники, которые проходят у нас в городе, они всегда свободны для посещения. Все любой да. человек в любое время может прийти, в определенное время, не в любое, в определенное время может прийти и насладиться, и увидеть, и почувствовать этот вот ритм, да, вот эту вот энергию сумасшедшую, в хорошем смысле грузинскую, вот такое. И будет, вы сказали, будет Сакартвело, ансамбль очень знаменитый. И в Херсоне часто даются концерты, в Николаеве, то есть юг у нас Киеве, вот хорошо да, знает, и в Киеве, да, Украина хорошо знает этих ребят. Вот. И сейчас я очень хочу помучить немножко вопросами Ирины Михайловны, но перед тем мы перейдем плавно, я хочу, чтобы наши зрители увидели фрагмент из концерта вот этих вот замечательных ребят, которые представляют грузинскую культуру, фрагмент из концерта ансамбля Сакартвело, просто сейчас, вот, чтобы зарядить нашего зрителя, вот немножечко вот, набить оскоминку. Такой вот небольшой вот такой вот аперитив, скажем, перед концертом. Ну, мне кажется, что кто понимает, кто любит вот такое творчество, тот уже будет бежать, смотреть. И причем вот этот вот фрагмент был вот так, скажем, это такой маленький процент от того, что могут увидеть зрители, да, всегда увидеть что-то вот
там где-то на экране, это одно. А когда ты приходишь, когда ты это все слышишь, когда ты это чувствуешь, когда это все перед тобой происходит, это совершенно другая энергетика. Вот, и тем более еще и можно и ароматы разные ощутить накануне вхождения, да, в эту творческую среду. И когда музыка грузинская берет за душу, как это, чтобы развернулась и свернулась душа, да. Вот все эти эмоции, я думаю, будут 17 мая присутствовать и с удовольствием. И кроме всего этого, конечно, у нас уже вот такая вот особенность разнообразных национальных мероприятий, и, мне кажется, уже особенность нашего города, вот нашего региона, это творческие люди, которые здесь живут, это представители разных национальностей, да, и это, что общее, это Николаевская земля и безумный творческий потенциал. И я думаю, что Ирину Михайловну как раз в первую очередь знают за вот этот вот потенциал безумный, потому что чего только вы не делали, да? Все вы умеете. За все ваши руки берутся. Со стороны виднее. Все, за что ваши руки берутся, оказывается творчеством, оказывается вот чем-то необыкновенным, потому что можно что-то делать, да, можно вязать красиво, можно вышивать красиво, но при этом можно и не добиться успеха в этом, и не узнают даже соседи об этом, а вас знают все. За что вы не беретесь все? Ох и ах, Ирина Михайловна Крихель делала. Вот спасибо. Вам спасибо. И вот я даже себе вот заметочку такую сделала, когда писала, продумывала нашу с вами беседу, вот назвала так: «Одна с чаревниц», да? «Одна с майстринь». Сегодня мы видим ваши работы, вот такие вот, и увидим еще и 17 числа, и не только 17 числа ваши работы. И вот такой вопрос у меня возникает. Дни грузинской культуры. У вас в венах течет тоже грузинская кровь. Понятны вот такие вот мотивы, да, вот такая вот страсть грузинская, вот такая вот семейственность, красота, но рядом стоят украинские мотивы. Это просто так? Это случайно? Это порыв эмоциональный или это продумано? Скорее всего, это продумано, потому что национальностей в мире много, и каждая нация прекрасна, и в каждой есть свои недостатки. И главное, неважно, какой человек национальности, главное, чтобы любая нация соблюдала высокие человеческие качества. А я пришла к изготовлению таких манекенов. Это называется текстильная скульптура, такая техника. Пришла, потому что меня всегда волновали распри межнациональные. И не только в нашем постсоветском пространстве, а, в общем-то, в мире. Я всегда мечтала, чтобы на Земле была единая нация. Человек, планета, Земля. Такой красивой планеты. И флагом Земли, чтобы это было цвет синий с зеленым. Цвет неба, морей и зелени, насколько зеленая планета. И поскольку человечество во все времена посредством творчества могло говорить с народными массами, передавать свои чувства, эмоции, решать проблемы, и я решила таким образом заняться изготовлением национальных манекенов. То есть передать колорит костюмов, ну, как-то это выглядит немножко с шаржем. С юмором, таким, да, добрым, с юмором, да? И поскольку я вступила в грузинское общество, я сделала, и сегодня поэтому представляю, семью грузинскую. Мирную, дружную, здоровую семью. Вот, и поскольку у нас большое количество грузинских представителей находится в нашем городе, Украине, поэтому рядом, конечно, в дружественных отношениях Украина. Но у меня есть очень много и других работ, в том числе и Армения, и Узбекистан, и Япония, и цыгане. Вот просто все это, конечно, представить невозможно. Но выставки периодически проходят, и тем, кому интересно, это можно будет увидеть. И... А вот в эти дни, в дни грузинской культуры, какие работы вы будете выставлять? Что увидит зритель, вот как раз и посетители? Вот как раз они увидят грузинскую тематику или межнациональную, вот такую международную? Скорее всего, межнациональную.
хочется расширить обзор. У меня была такая мысль, что нужно внести свою лепту через творчество. И, наверное, когда я создам все национальности, народ настолько объединится и станет мир понимать друг друга. Прекратятся все войны, особенно в сфере вот сегодняшних событий. Хочется, чтобы люди понимали друг друга, терпимее относились, поддерживали друг друга, как-то объединились во благо земное и во благо друг друга. И вот с такой мыслью я делаю каждую работу. Кто-то подошел из зрителей и говорит, вот такое ощущение, что они дышат, они живые. Я говорю, потому что я вкладываю свою энергию, свои позитивные мысли, чуть-чуть там юмора, и получается, что действительно они оживают. Оживают и передают свое настроение зрителю. Вот не зря я вас волшебницей назвала, да, в своих мыслях, потому что это вот такая вот прекрасная человеческая, женская, теплая магия, потому что действительно у вас есть цель, да, вы считаете, вы верите в это, и я уверена, что это удастся, потому что сейчас хотят этого многие, только очень мало людей есть, которые думают иначе. На самом деле очень многие хотят, а поскольку добрых мыслей большинство, да, то все будет так, как нам нужно. Но если все будут добро размышлять, то информационное поле на Земле наполнится добротой, и на нас это все снизойдет, и у нас мир будет. Да, что созидаем, то и получаем, да, правда? Да. И вот по поводу созидания. Вот у вас вот три манекена, и, насколько я вижу, использованы разные вот стили работы, техника, да, разные техники, да. Потому что вот девушка, грузинская красавица, она у вас полностью вот из ниточек вязана, даже личико, губки ее, да. Молодой человек, вот, горячий джигит, да, он такой весь такой текстильный, такой весь, вот он, вот другие совершенно материалы, кроме вот... Ну, я пытаюсь себя пробовать в разных техниках. Дело в том, что я делала картины, делала мягкую игрушку разной величины, от маленьких брелочков до крокодила в 1.70 метра. Натуральная величина, которую так вот на пол кидаешь, и дети на нем скачут. Я его отдала в детский дом, пусть дети радуются. Вот. Доставляла это удовольствие. Причем в игрушках я тоже передавала настроение. Хорошее настроение. Игрушка веселая, она радуется, она поднимает другие настроения. Кто-то бывает часто, что так вот в душу плюнут, мягко говоря, и настроение плохое. Я как-то сделала тигра сидячего, и он получился такой горемычный. Люди подходили и говорили, а чего он чуть не плачет? Я говорю, у меня тогда было такое настроение. Передается. Вот. Я занималась кожаными шкатулками, разными техниками, канзаши, например, изготовления цветов. А сейчас будете удивлены, но мне интересно конструировать самолеты. Абсолютно, да, вот другая история тоже. Да. Работа с такими изящными материалами, с хрупкими, все. Да. Абсолютно другое направление. Самолеты. Я изучаю их технические характеристики. Конечно, я не окунаюсь в термодинамику и механику, но отчасти, когда его создаешь, как-то знакомишься с дальками. Это настолько интересно, что дух захватывает. И все хочется охватить, но на все не хватает 24 часа в сутки. Это мало. Правда, мало, когда многие люди говорят, которые с захватывающими эмоциями говорят о своей жизни, о своих увлечениях, вот они как раз говорят, что мало дня, да, нам для того, чтобы все сделать, что запланировали. Но слава Богу, хорошо, когда не бывает лишнего времени, когда его не хочется убивать, как это иногда говорят, да, то, что самое ценное мы хотим почему-то иногда, да, уничтожить, прокрутить. Слава Богу, что хочется каждую минуту творить, созидать и тянется что-то новое пробовать. Это очень важно, и главное, что это получается. Ну, в этом позитив заложен. И я... С этим просыпаешься и с этим засыпаешь. Помимо того, что там семья, свои проблемы, свои радости и печали, вот, всего уж хватает в жизни, да, но вот это настолько вдохновляет, радует, помогает выжить в тяжелые времена. Знаете, я вот сейчас подумала о том, что всегда человечество было очень творческим. Иногда это творчество было уничтожающим, разрушающим, но это тоже было творчество, да, как
Люди в основном, конечно, первыми мыслями были о творчестве созидательном, созидающем. А сейчас какая-то, вот, мне кажется, немножечко новый такой вот отрезок пошел творчество. Творчество уютное, теплое, сердечное, душевное, домашнее. И вот создание подобных праздников, которые вот, о которых мы сегодня говорили, да, еще грядут Дни славянской культуры и письменности, это же очень красивое мероприятие будет. Это вот то творчество, в котором мы сейчас больше всего нуждаемся. Мы нуждаемся в уюте, в доме, в мире, в радости, да, в добром отношении друг к другу. Не скажу толерантность и терпимость, потому что это слова, которые вынуждают нас напрягаться, да, эмоционально, сдерживаться. Не надо сдерживаться, нужно давать позитивную энергию, да, вот, и вот такие вот улыбающиеся лица видеть и приходить на вот такие праздники. Я хочу вам сказать большое спасибо, то, что сегодня пришли, принесли вот частичку этого праздника, можно этого анонса. Одно слово буквально, потому что мы Да, я хочу выразить большую благодарность и отметить то, что мы действительно работаем совместно, и большую поддержку мы чувствуем от областной организации, от областного управления культуры, от областного совета, от областного совета национальных меньшинств. Я всем благодарен за эту поддержку, за совместную работу. А я благодарна за то, что вы пришли сегодня вот именно с таким настроением. Спасибо вам большое. И глядачам мы також дякуємо за увагу, адже все, що робиться тут, робиться для вас. Щоб вам було затишно, добре і радісно разом з нами, аби ви планували щасливі часи завдяки тим історіям, тим новинам, які бачите тут, які ми розповідаємо вам. Будьте щасливими і дивіться телеканал Миколаїв. Всього найкращого!